По инициативе советника президента Российской Федерации по вопросам климата Александра Бедрицкого в мае в регионах России проводятся климатические недели с целью популяризации знаний о происходящих и ожидаемых климатических изменениях. В рамках климатической недели 22 мая прошла пресс-конференция в Татаринформ для представителей СМИ Республики Татарстан. Мы видим, что по-другому начали расти растения. Мы знаем о том, что по-другому стали распространяться болезнетворные какие-то организмы. Почему? Потому что зима становится теплее, в этот период не происходит гибели вот этих вот опасных организмов в почве, в воде и так далее. И это уже является как бы опасным последствием для людей и для окружающей среды. Что ждать нам в ближайшие дни, сообщил Феликс Гоголь, доцент кафедры метеорологии и климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ. Днем завтра температура чуть-чуть может быть будет выше на 1 градус, 10-15 градусов тепла по республике. А вот уже на 24 и на 25 мая начнется рост температуры воздуха в нашей республике. Температурный фон дневные часы составят на 24, 16, 21, а на 25 мая 17, 22. Но отчаиваться не стоит, так как лето предстоит быть теплым, а в июле температура ожидается выше нормы.